детского драм-кружка будет представлен спектакль в трех действиях «Кулак и батрак». Руководитель студии Александр Огуреев. Режиссер Александр Огуреев. В главной роли «Кулака» Пахома Александр Огуреев. Батрак Ваня, Генка Петров. Его мать Зинаида Круглова. Оформление художника М. Коровина. Весь сбор поступает в пользу голодающих детей Поволжья. Товарищи, сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драм-кружка нашего клуба. Администрация нашего клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми – дело очень важное, для клуба особенно. А теперь, товарищи, попросим. Пришел я к тебе, Марья, по поводу сына твоего, Вани. Не хочет он работать. Непослушный он и непочтительный. Ваня, сынок, как же так? Пахом Степанович наш благодетель, а ты его не слушаешь. Не буду я работать на него от зари до зари. Не буду кормиться в хлеву вместе со свиньями. Я человек, я хочу в школе учиться. Выйдем. Ваня, я ж тебя крестил. А я вас об этом совсем не просил. А, ты так? Вот тебе эксплуататор проклятый. Вот тебе кулак несчастный. Заставил моего сына работать все лето от зари до зари. И за это все мешок муки. Эй, Емазина, так ему и надо. Вот тебе. Получай, эксплуататор. Так тебе и надо. Понравилось? Понравилось! Вот видите, ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам, голодающим в Поволжье. Они сделали хорошее, доброе дело. А теперь я вам задам один вопрос. Знаете ли вы, кто такие юные пионеры? Знаем! Не ори! Так знаете или не знаете? Пионеры должны довести до конца дело, которое начали их отцы и старшие братья. Дело революции. В нашем районе есть уже три таких отряда. Это на фабрике «Ливерс», «Гознак», заводе «Каучук». А теперь я вам сообщу следующую новость. Этот клуб переходит в ведение нашей фабрики, и при фабрике организуется пионерский отряд. Ура! Ура! Даешь отряд! Не ори. Так вот, ребята, кто хочет из вас быть юным пионером, можете сейчас записаться у меня. Сегодня после спектакля состоится наш первый пионерский сбор. Я ему задам один маленький вопрос. Пионеры имеют право скаутов лупить? Что у тебя за привычка лупить и лупить? Лупить тоже надо с толком.